сделал. Давай. Вот, давай, поднимай. Уи! Закрыли все. Вот, смотри, человек. Давай. Уи! Ой, там машина плавает. Нужно, чтобы ты дальше прошел. Бежи, где машина плавает. О, Pixar. От Pixar такой. А, от Pixar. Уйди. Миша, смотри. О, смотри, какие-то частицы летают по кругу. О, кто это? I'm very какой-то. Рэмфос. Это трейлер? А, мы просто трейлер посмотрели. Ну да. Трикса. А тут нету фильма, тут только трейлеры. Ну, красиво, смотри. О, вот так надо будет смотреть в следующий раз. Интересно, знаешь, что посмотреть? С полным погружением. Интересно будет посмотреть именно этот фильм. Там, мне кажется, это выдуманный. Не знаю, может, и не выдуманный. Так, давай в VR-очках позерем. Ой. Вау, а, это как в VR-очках, знаешь. Только там нет всяких зеленых полос. Так, как неудобно. Вот он. О. Только звук говно. Это звук. Ой, я как будто под каким-то стрессом. Я как будто под кайфом смотрю этот фильм. Все так плывет. Еще такой звук. Ля-ля-ля, я под кайфом точно. Мне кажется, это не VR. Я под кайфом. Это, мне кажется, не VR, это витамин. Ё-моё. Я под кайфом точно тебе говорю. Ладно, это, ребят, я пошел. А давай попробуешь играть в VR-очках. Такое себе звучание. Я как будто под кайфом. Попробуй хотя бы 2 минутки так поиграть. Так. Куда нам? Ой. Да в смысле, я опять этот фильм слышу. Ё-моё. Ой. А, я не понимаю ничего. Что с тобой происходит? Прикинь, так игру пройти. Это капец, как тяжело. Я хочу сюда. Ой, там фигнюшка. И свои рога вижу. Звук угарный. Цареубийство. Что это? Ты что-то взял. Турнирное копье. Если как надо, посажу. Капец. Я хочу фигнюшку забрать. Прыгать просто, это блевотрон какой-то. Меня сейчас тошнит. Подожди, а как туда залезть? По-моему, только Боб нам поможет. О, все, нормально. Да, ты не можешь нормально смотреть. Лестница была? А, нет, тут не было лестницы. Так, все, давай, продолжай. Так, мы вернулись под кайфом снова. Что? Это мне уже мерещится под кайфом? Или ты реально рогатая? На. На. Блин, еще бы звук получше. Угу. А, в течение 5 минут надо играть в режиме VR. О, давай. Ой. Что происходит? Это VR-фильм. Блин, это довольно прикольно. Ага. Ой. Фу, конечно, ё-моё, вы все какие-то разноцветные. О, мусорка. Мусорка! Привет! Да ё-моё, я ничего не понимаю. Что за звуки такие? Да блин, я в запор врезался. Еще поворачивать голову очень сложно, смотри. Я это делаю не просто... Я поворачиваю голову не просто мышкой, а еще кнопками вправо-влево. Вот смотри, вот я сейчас верчу мышкой, ничего не происходит. Видишь, только сверху меняется. Угу. Как будто я смотрю. Привет. Пошел отсюда. А так мне еще нужно кнопками как-то поворачивать. И я еще чуть-чуть иду. Ой, торнадо, ё-моё. Ну, не знаю. Поиграем пока еще. Так, тихо. Блин.
Так, нормально. А, кстати, в течение 5 минут, наверное, подряд. Мы уже нарушили таймер. Мы же снимали недавно. Для... Ну да. А нет, смотри, целый зачитали. Ой. Ой. Я поднимаюсь по лестнице? Да. Сомневаюсь. А пробуй в VR попасть в торнадо. Ой, это будет жопа, давай. Меня уже потрахнуло, если честно. Передохнул. Ну, прикольный ресторанчик. Кто визжит? Как уже играть в VR, теперь мне так непривычно уже. Держи воды. Спасибо. Я уже попил. А, ты... а, ну окей. Фигнюха. Ну, трофей. А. Там, где много карт. О, еще одна секретная тачка, Тетрис. Прикол. Блин, а можно реально где-нибудь в Тетрис поиграть? Не знаю, да, еще не знаю. Отсломай эту тачку, чтобы она больше никогда не была такой. Так она все равно заспавнится, когда мы перезайдем. А, жаль. Да не, я не жаль. Уникальную тачку просрать было бы не весело. Так, нам нужно, короче, вот в этом костюме прийти просто надо было. Го в VR. Купи костюм, надо было прийти, да? Да-да-да. И что тут надо сделать? Лабиринт пройти. А потом тупса какая-то. Ой-ой. А почему надо было именно в этом пройти? В чем? Именно в этом костюме. Не знаю, типа VIP, наверное. Возможно. Привет. А что было до этого? Что-то не то было, да? В смысле, крестьянин? Нафиг он отдался? Нет, в смысле... А почему, типа, не проходилось в другом костюме? Не знаю, он не открывал двери просто. Блин, довольно сложно. А кто двери не открывал? Да просто не открывались двери. А, я понял, какие двери. Которые мы только что зашли. В VR это невозможно. Это лабиринт. В VR, кстати, интересно проходить. Я бы в жизни хотел по лабиринту побегать. О, тут можно поиграть. Страйк. Нет, не страйк. Я даже в упор страйк не могу сделать. А! Меня кегли атакуют. Я где-то слышу фигнюшку. Да, я тоже. У меня такой звук искажен. Пробуй звук без VR. Пробуй звук без VR. Давай послушаем звук без VR. Капец. Какой искаженный звук? А у нас тут все искаженное. Ну фиг поймешь вообще. Так, отойди. А че он какой-то, как будто приплюснутый? Где, в жизни он тоже такой? Или это в VR? Не, ну это реально приплюснутый. Да. Да в смысле, что он где? А, я сквозь стену смотрел. Так, стоп, где я? А, все. Еще бы багов вот таких не было. Так, ладно, пойдем. Так, мне сюда? Да, сюда. Вроде бы сюда. Здесь что? Иди сюда. Какой-то бесконечный лабиринт. Да не сюда, стоп, раз. О, цветы. Но все равно не сюда тянут. Да! Ва! Это невозможно. Да что, блин? Я запутался. Надо по крестикам идти. Я тупик, все, понял. Надо идти по крестикам и по лампочкам. Где? Вот тут? Да, вот крестик. А куда мне? Ну, куда-то вот сюда, да. Привет. Я нормальный, не беспокойтесь. Так, стоп, мне кажется, не сюда. Я, наверное, вот да, сюда. Вот сюда. Оп. Ой, ходу. Тут даже гирляндочки есть. Да, я тебя гирлянды должны привезти. Наверное, сюда? Да. Да, вот, все. Нужно музыку включить. Ё-моё, как это... Ненормальная. Ты должна возродиться! Где я? Я в другой части мира. А, я типа, наверное, вот...